Ну, третий этаж у нас получается аутлет. Аутлет, соответственно, это ательер. Следующий получается, по, если идти по правую сторону, то это магазин мебели. Он тут давно, он тут один из самых старых магазинов. Я не знаю, какая должна быть маржа. Тут особо людей-то как бы и нету. И столько места он занимает. У них вот как бы много-много-много. Это третий этаж, друзья мои. Здесь получается мебельный магазин. Там это все заканчивается. Дальше там зона туалетов. Бесплатная, кстати. Вот. И здесь большой аутлет. Вот он прямо во всю стену. Это большой аутлет. Вот. Ну, есть вещи фирмовые, скажем так. Но он действительно реально большой. И реально со всеми размерами. Здесь есть и обувь, и одежда, и джинсы, и даже еще и скидоны. Вот. Вот вам весь третий этаж.